В этот день, 26 августа 1382 года, конница золотоордынского хана Токтамыша захватила, разграбила и сожгла Москву. После Куликовской битвы прошло лишь два года. 26 августа 1735 года российская армия впервые вошла на территорию Западной Европы. Это случилось в ходе Рейнского похода против Франции. 26 августа 1856 года в Успенском соборе венчался на царстве Александр II. По этому случаю подданных ждали всевозможные милости. На три года отменили рекрутскую повинность, простили все недоимки, амнестировали декабристов. 26 августа 1866 года на верноподданство российскому императору присягнул один из многолетних врагов империи – имам Дагестана и Чечни Шамиль. 26 августа 1945 года завершилось полное освобождение острова Сахалин после поражения здесь японской императорской армии. Префектура Карафута со столицей в городе Тоёхара, порт Атамари, а еще Маока, Тора, Катон. Сложно представить, но за всеми этими японскими словами скрываются русские названия. Тоёхара – это Южно-Сахалинск, Атамари – Корсаков, Маока – Холмск, Тора – Шахтерск, Катон – Победина. А префектурой Карафута японцы называли южную часть Сахалина, которой они владели 40 лет после неудачной для России русско-японской войны. Операцию по разгрому японской армии летом 1945 года готовили тщательно, но втайне. Тайно на Дальний Восток двигались эшелоны. Тайно часто по ночам проводили учения. Особое место в грядущей войне готовили Сахалин. Здесь прямо по 50-й параллели проходила граница. А к югу от нее, поперек всего большого острова, японцы проложили линию обороны, так называемый Хармитокский укрепленный район. Всего несколько десятков километров. Он обоими концами упирался в горы да в болото. А по центру его текла река Паранай. Вот по ее долине должен был прорываться 56-й стрелковый корпус генерала Дьяконова. Советским пехотинцам в тылу выстроили точную копию всех японских укреплений. Вот они и тренировались на них денно и ночно. Вскоре в частях появились листовки. 1904 год. Хищная империалистическая Япония начала войну с Россией путем насилия и коварства. В 1905 году она захватила южную часть Сахалина, назвав ее Карафута. Вернем матери родине из кони русскую землю. Южную часть Сахалина. 8 августа 1945 года японское правительство официально получило уведомление. С завтрашнего дня, то есть с 9 августа, Советский Союз будет считать себя в состоянии войны с Японией. Сначала война пришла в континентальный Китай, 11 августа началась и Южно-Сахалинская операция. Японцы оказались почти бессильны перед подготовкой советских солдат. Быстро пал первый рубеж обороны. Противник пытался остановить атаку разрушением единственного речного моста. Но ночью была налажена переправа из бревен, и вперед пошли советские танки. В это время стрелки из 79-й дивизии начали глубокий обход японских позиций по реке и болотам, по шею в воде. Но как бы четко ни притворялся план в жизнь, кое-где ситуация потребовала самопожертвования. При штурме одного из дотов старший сержант Антон Буюклы вынужден был повторить подвиг Матросова. Он получил звание Героя Советского Союза посмертно. 16 августа 79-я дивизия повела генеральный штурм главного узла обороны – городка Катон. В тот же день, чтобы отвлечь японцев от главного направления, была проведена первая десантная операция на западном берегу Сахалина. Над всем Приморьем висел циклон, и вот в пятибалльную волну, в туман, когда видимость не превышала пару сотен метров, советские корабли с морпехами пошли на порт Тора, ныне Шахтерск. Через несколько дней то же самое было сделано в бухте Маока и, наконец, в главном сахалинском порту Атамари, Корсаков. Эти операции тоже прорабатывались досконально, слово участнику событий. Вот в тумане вырисовывается пирс, южная часть города, как раз то самое место, где и следовало высадиться. Отсюда можно было двигаться хоть с закрытыми глазами. Недаром же зубрили расположение улиц и переулков незнакомого города. Противник был вконец деморализован этими ударами. В Корсакове, Атамари, 25 августа японцы садились на последние свои суда и грузили все то ценное, что могли прихватить с собой с Сахалина. Когда они увидели подошедший советский десант, то даже не пробовали сопротивляться. Больше 3000 вооруженных людей сдались без боя. Наконец-то на южной половине острова спускали японские флаги. В России этого ждали почти полвека.